за прошедший год ту работу, которую вы проделали на территории города-курорта Анапа, она не может не вызывать уважения. Иногда вы, я не боюсь этого слова, проявляете героизм, когда погодные условия очень жесткие. А Анапа характерна в этом вопросе на территории Краснодарского края. Я вижу, какие усилия вы прикладываете. Вижу, как во временном промежутке изменилось отношение к устранению тех аварий, которые возникают на комплексе энергетическом города-курорта. И ваше, прежде всего, личное отношение к этим вопросам. Я хочу выразить вам огромную благодарность. В этом году приняты беспрецедентные меры по улучшению качества электроснабжения. Анапчане и гости курорта это хорошо ощутили. По сравнению с прошлым годом, аварийных отключений практически нет. Лучшим из лучших глава города-курорта вручил грамоты и благодарности администрации.